Ребятушки, всем привет. Наш отпуск в Сочи закончился. Встретились с Толяном уже второй раз, ребят. Блин, подписчиков, сейчас я уже другом. Толян, ну что, вам хорошего отдыха, рад был встретиться. Все, прощаю, Паш. Не прощаю, до свидания, не прощаемся, еще увидимся. Все, Толян, давай. Ребята, в общем, дом вообще, жилье вот такое, телефончик мы оставим, там, пишите. Ребятушки, ну что, мы приехали на ЖД, Сашка нас довез. Давай, да. Саша, приезжай к нам, будешь на Урале, мы тебя встретим. На Орле, блядь. Давай, Саша. Ну все. Всем пока. Ребятушки, приезжаем на наш пляж, где мы провели большую часть времени. Печалька. Так вот, ребята, все, едем домой. Ребятушки, очередная у нас высадка, очередной город Туапсе. Решили немножко прогуляться, пока время позволяет нам до вечера. Так что погуляемся по Туапсе. Может, что интересно, так вам покажем. Пока вот только Бургер Кинг. Победа. Вот такая. Сейчас ищем столовую, покушаем. Дедушка, дедушка Ленин, тут памятник дедушки Ленина. Вот там горы. Ну, горы, я думаю, вы уж насмотрели себя. Ребятушки, вот такая вареночная. Вообще, вот такая штучка, мы поели так хорошо. Ребят, то в Туапсе будет. Я не знаю, как ее найти. Но вот вареничную забивайте. Вот адвокаты. В общем, вкусно вообще, обслуживание. Вкусно все. Красота. А мы пойдем немножко прогуляемся, ребята, и пойдем уже домой ехать. Ребятушка, у меня крайнее купание в море. Бля, ну что-то я как-то не купаю его. И поедем в этом море. Ребятушки, плохо видно, ночь уже выезжаем. Отдых закончился, ребят. Сейчас предстоит нам дорога. Дорога дальняя, ребят. Ребятушки, у нас первая к Ростову подъезжаем. Первая платная дорога, прошли ее. А сейчас будем платить, ребятушки. Дальше как-то так. Сейчас включусь, расскажу, как проедем шлагбаум, сколько заплатили. Да, вообще заплатили 120, потому что в ночное время в два раза дешевле 50%. Ну, все, едем, ребят, сейчас до Ростова. Доедем. Простой, ей можешь поспать один. Девочки, вторая платная дорога. Сейчас посмотрим, что здесь надо будет. Сколько? 70 рублей. 70? Надо, девочки, тут 70 рублей. Мама, светлый? Лампин. Ладно, я уже все достал. Девочки. 70, там 120, тут 70. Раз 70. Здравствуйте. Видите, вот так вот просто. На, некие транспойнеры, хуёйнеры, ребят. Вот так карточка пришла. И все. Ребяточки, еще платная фигня. Хорошо, хоть ночью едем, ребят. 50% скидка. Так бы, если ехать, то, блин, на 50% было дороже. Что вот так вот мы поехали через Ростов. Так, что у нас сегодня? Тут сколько цена стоит? Сейчас посмотрим, ребята, другие. Да уж, ребятушки. Да нет, ребят, недорого. Вот говорю, ночью то, что нормально. Дорога зато. О! Ну, скоро нас спать останавливается. Проехали уже. Без 10 километров, 400 километров, ребят, проехали. Время получается у нас 2.08. Выехали мы без 15.09, ребят. Вот
представляешь, сколько мы мчались. 30 рублей абсолютно. Сейчас где-нибудь найдем остановочку. На часика 3 поспать. Тридцать рублей. Ну, ребят, 30 рублей. Итого получилось у нас 220 рублей, 3 этих. Ну тут еще будет платники, вон еще платники. Так что же мы как быстро все оплатим сейчас. Карточка. Ребят, делайте карточку, чтобы она была так по-быстрому. Пиздерите меня. Вообще, наверное, не принимают карточки. Телефон Никола. Сейчас, ребятушки, посмотрим, смотрите, как я буду оплачивать карточкой на ней. Ребятушки, видели? Даже через стекло. Тетя даже не хотела. Спала на Васильевича. Поздороваться. Хуй на нее, ребят. Мы едем дальше, ребят. Скоро остановочка, учимся как остановиться. Ну, в общем, все гостиницы заняты, выехали, так как ночью. Решили машине снять, посмотрите, сколько машин. И все ребята, все спят. Потому что реально, кто, если ночью выезжать чей, то имейте в виду, ребят, то, что тяжело будет снять, потому что все занято. Вообще. Так что поспим сейчас 3 часа и дальше топлим. Давайте, всем спокойной ночи. Ребятушки, ну что, мы поехали. Якобы поспали, ребят. Спать в машине — это не вариант, я вам скажу. Во-первых, неудобно, а во-вторых, блядь, не подъезжают, пиздят, это вообще. Там вроде прикинаешь, не начинают пиздеть. Так что мы решили сейчас повалялись, там даже немножко отдохнули. Сейчас часика до 6 топом до Талова. Ложимся спать в гостинице. Ебнем по стопочке водки. И часика в 3 утра опять упадем. Но за 2 дня мы проедем это все. Хорошо. Переправа, ребятушки, бля, переправа нахуй. Блять, азбест, азбест, 509. Мы как, блядь, в Крыму по переправе едем. Ну, а переправа какая-то. Надо было рыбки у местных рыбков купить. Ребятушки, ну остановились мы. Где-то в Воронежской области, Липецкая, ну, Воронежская, сказал, 36-й регион. Вот такой берегиня. Заказали покушать. Ну, вроде ничего, цены такие приемлемые. Сейчас покушаем, я вам покажу, что там заказали. Так что как бы так. На 480 рублей вдвоем. Посмотрите, о чем мы взяли. 488 рублей, ребят. Лагманчик, чтобы вы понимали. Снизу только мясо. О, так что все, всем приятного аппетита. Пассажиры проходят, паскудники. Вот, блядь, мы их на шашлычок нахуй. Да, блядь, полный салон там, нихуя кони, блядь. Они похуй, сами ходят, сухи, а вон только едет. Паскудники. И пассажиры какие, блядь. Ежеходники, блядь. Нормально, блядь? Да!
получилось, ребят. Мы вчера выехали без 15.09 в Сочи, в Сочи. И вот до сегодняшнего мы едем. 2 часа мы попытались поспать, ребят, сегодня из-за этого времени. Но не получилось. 2 часа уже у нас не читаем. И вот сейчас время у нас получается 17.31. Мы проехали, ребят, 1230 километров. Сейчас еще 200 километров где-то проедем. Уедем уже в Саратове. Ребятушки, едем до Сызрани. Еще километров 200 проедем. Там осталось где-то 390, но мы проедем 200 километров. До самого Сызрани доедем. И на чем уже устали уже. Хорошо поспим. И часиков 3, наверное, может 2 топнем. И весь этот путь до конца доедем. Короче, у нас получается за 2 дня, ребят. Вот видите, нам останется, если 200 километров проедем, останется 1200. То есть, вообще, надо найти. Если мы бы еще вот эти 2 часа поспали, ну, я, ребята, вам расскажу потом, когда мы доедем, я вам расскажу советы, как в Высоко лучше выезжать, хоть я первый раз ездил, но зато я знаю. Так что, ребятушки, включимся или в Сызрани, или до, и в отеле. И снова еще раз здравствуйте, мы остановились под Сызрани, ребята, не доезжать до Сызрани, там около 150 километров. С нами номер 1000 рублей. Вот такой номерок, ребят, вам спать. Мы сутки почти ехали. Вот 1500 рублей. Такой двухместный номер. Там покушали, ребят, кафешки, все. Завтра там будем уезжать. Я вам покажу, где это находится, чтобы вы знали. А так, ну все. Спокойной ночи, ребятушки. Ребятушки, ну что, всем доброе утро. Время 3 часа, мы поехали, ребят. Вот такой отель-гостиница находится на улице Калач. Ребят, все прикольно, говорит, там гремит, ребятушки. Ну все, мы поехали, ребят. Чуть засохло уже. Вам 7 часов, ребят, добираться до дома. Ребятушки, всем привет. Вчера приехал поздно, не стал заканчивать видео. Приехали ночью, спать хотелось вообще капец. Быстрее бы добежать было, там вещей столько, шмоток. Перетащили чарочку
выпил из патрюк. Ребят, хочу резюмировать свое путешествие на юг на машине. Ребят, нам понравилось. Все почти что понравилось, за исключением дорог. Но это такое не понравилось-то. Ребят, дороги делают, это уже радует. Есть местами дороги плохие. Яндекс бывает зовет такую дорогу, там капец, там бум-бум-бум-бум-бум, трясешься, вот это может напрягать. А так на машине даже 30-летний, как кто-то писал, там нахуя на такой развалюхе поехал, ты, блядь. На ней вообще шикарно, ребят. Кондиционера нет, он не нужен, ребят. Дороги, вот, поверьте, кто ездил, тот понимает, что там если в жару окошко открыл немножко, все, дышится свежим воздухом, нормально. Так, что еще какие-то? Жильем, ребят. Жильем, ну, вообще можно найти, ребят, все в интернете, там, если вам надо будет, я вам ссылочки там скину потом, там, телефончики на жилье, там, в Сочах, в Агое, в Лазаревском, ребят. Есть экономное жилье, есть дорогое жилье, как вы, как ваш кошелек. И да, ребят, ну, еду я вам не буду говорить, сколько. На жилье мы потратили, сейчас скажу. В Агое 3 дня мы снимали, у нас вышло по 800 рублей с человека. 3 дня с человека, ребят, нас двое было, как вы понимаете, ребята, солнце, наверное, снимает. Против солнца вот так будет. Вот. По 800 рублей. В Лазаревском по 2250. Сутки номер, ребят. Делите сами на троих. Вот и считайте, там трех, ну там трехместный номер. В Сочи, самое дорогое, в Сочи был по 3000, ребят. Ну, мы в Сочи жили возле фестиваля, как вы уже видели. Посмотрели, вы уже знаете, это центр, это Сочи. Да и Сочи, если честно, ребят, цены подороже. На хавку, на пиво. Если мы там, допустим, в Лазаревском брали пиво по 60 рублей пол-литра на море, то там уже по 120. Как бы дорого, дорого, но, ребят, туда надолго ехать в Сочи, конечно, не имеет смысла. Можно поехать подешевле где-то жилье, там где-то в центре, там может, ну, ходить далеко от моря, ну, до моря ходить далеко. Что еще, что-то еще хотел, ребят, ехал дорогой. Ехали, ребят, мы выехали в четверг, получается, в 9 часов вечера, и приехали в субботу ночью, ребят, ехали 2 дня, можно было и как бы побыстрее приехать, не ночью, а можно было пораньше, просто мы не поспали в четверг. А и так, если, ребята, собираетесь с Сочей, ребят, лучше ехать ночью. Но до этого поспите хорошо, часа 2-3 выспаться, да? И топайте до Талова, до вечера, часиков до 6 следующего дня. Поздно не едете, там жилье вам не снимете. Мы-то, видите, думали, проедем в Сочи, ну, все это горы проедем, где-нибудь в Краснодарске, в крае снимем это жилье. Ну, так как ночью, там жилье все занято уже было. И мы ехали, ехали, ехали до 3 часов, там пару часов мы повалялись в машине, думали, поспим, никуда не спалось. До 6 часов ехали следующего дня. Поспали 3 часа и топнули 3:30, а, 3:30, я тоже не помню, 3:30, там видео будет, вы все увидите, да? Топнули, и вот ехали 22 часа, ребята, там с перекурами, с передыхами, на заправке заправлялись. Ехали 22 часа, и мы приехали домой. Так что, ребят, это, я не знаю, кто там пишет, ой, долго, ребят, тяжело, единственное, я говорю, дороги, и останавливаться постоянно на бензин. Вот бензин, ребят, блядь, только разгонишь, а всю такую трассу обгоняешь, обгоняешь, блядь, бензин уже надо заправляться, блядь, опять, потом опять начинаешь фуры обгонять. Машина, ребят, вообще не подвела меня. Блядь, масло, она немножко там текет, где-то у нее масло подливал, масло не жрет, текет, ребят, там где-то есть. Не грелось, ребят, вообще не грелось, вот это, блядь. То есть машина будет жить, буду ее делать, буду как бы... Все, машина вообще не подвела, вообще никак, хоть это старая. Кто там пишет, нахуй она старая, ребят, да вы даже на новой-то машине, вы хоть ездили? Я думаю, вы даже не ездили, кто там писал такую херню. Машина, в общем, кайф, все, в машине кайф. Че еще-то, еще. По готовке, готовить мы не готовили, мы так ели, все в столовых ели. Средняя цена выходила где-то 300 рублей. Человек, ребят, ну первое, второе, салатик. Ну и обязательно мы 100 грамм брали это чачи. Так, что же еще там? А, вот смотрите. Всего у меня туда и обратно вышло бензина, ребят, 487 литров. При примерном жачке, мы считали, это выходит где-то 8,8. Вот это 1,8 двигатель жрет, эта машина 8,8. Ну, я думаю, это отлично вообще. Вот. Вышло по деньгам 20 тысяч рублей, это бензин. Плюс туда, ребят, ну там плюс гостиница 1200, там туда мы ехали 2 ночи ночевали, 1200 и 1500, это 2700, ну за двоих я уже говорю. И обратно 1 ночь ночевали, это получилось 1500. Ну это я вам не буду, не вписывался. Туда мы проехали
2750 километров, ну и обратно столько же. Получилось 5500. Всего километров по 5500. Ребят, как бы машина справилась. До Крыма, ребят, не поехали. Я на Корешковском, ну, Корешковском ездил. Коля, его видео уже тоже видели. Мы на Ивоны поехали, она более новая машина. Как бы побоялся, ребят. Ну, честно слово, ну, доехал до Сочи, и достаточно. По Сочи не ездили. Мы их машину оставили в Огое, там на электричке. Мы тоже видео увидели. В общем, отдыхом я доволен, ребят. Я админушкам доволен. Коле понравилось. На машинах, ребята, кайф. Я вам еще раз говорю, не слушайте никого. Вот там гаишники, ребят, гаишники меня только один раз остановили в Тольятти. Это и то, просто проверили документы. Было море гаишников, ребят, не нарушайте и все. Покупайте вот такую штуку, ребят, она обязательно нужна в дороге, она вам много подскажет. И вообще, не нарушайте, едьте спокойно, ну как при обгоне там, ребят, машину развивал до 150, до 160 бывало моментами, когда обгон шел. Так что машина вообще исключительно. Немножко не хватало лошадиных сил, но это еще неизвестно, может почистим форсунки, надо тут почистить будет. Ну, это уже разберемся потом. Все, где я захотел, остановился. Ну, ребят, дороги, поверьте, вы не будете останавливаться. Если вы хорошо набрали скорость, хорошо обгоняете фуры, то вам неохота будет остановиться, ребят. Не устаю, ничего. Коленка у меня болела, но это от моих долбоебических приседаний. В свое время приседал. Для чего, не знаю. Ну, было такое в голове. Так вообще, не затекает ничего. Кто там пишет? Вот, затекает. Ребят, это все пиздеж. Вот честное слово, если вы, блядь, затекаете так, то хоть на машине, хоть на чем, на самолете, блядь, будет затекать 3 часа эти. Нормально выходите на заправочки, двигайтесь, кофейку пивнули, раз, по это, и все, заебись. Тем более, выйдете у вас новую машину. Ну, как-то так. Жень, Свет, спасибо за машину, машина выдержала, ей жить. Я буду ее, как бы, ну, как... Блядь, слово забыл. Ну, в общем, вы поняли. Машина будет жить, будем ее, там, блядь, фарами заниматься, будем еще что-нибудь. Короче, сделаем из нее конфетку. Ну, я думаю. Так. А так, ребят, ну, отдых отличный. Спасибо огромное. Сейчас начинаются новые серии, ребят. Спасибо, что смотрели серии про отдых. Вам спасибо, ребят. Вам не трудно, мне приятно. Ребятушки, еще сам это забыл. По заправкам, ребят, заправки лукойловские. Как вот мы делали, ребят, у меня полный бак, 64 литра, да? Но мы полный не выжигали, ребят. Мы 450 километров проезжали, заправляем. Потому что оставляли запас, ребят, хороший запас оставляли. Где-то одну треть бака бы оставляли. Опять 400 проезжаем, 50, заправляем до полного. 400 проезжаем, заполняем, ну 450, заполняем до полного. Вот так вот, ребята, мы делали. И также вам советую, заполняйте полный и едете. Вы примерно знаете ваш расход, сколько вам хватит бака. Вот, 450 километров проезжаете, заправляете. Лукойловские, ребят, больше не знаю, там говорят, что плохие, но не проверял. Заехали в Екатеринбург, обратно ехали, ребят. Заехали в Екатеринбургскую область, ребят, проехали. Где-то около 400 километров, ребят, блядь, вообще заправок нету. Вообще. По Башкирии ехали, лукойловские есть заправки. Везде едем по всем областям, лукойловские есть, блядь, в Свердловскую область заехали. Только, блядь, через 300, там, 400 или 500, уже не помню, километров. Только нашли заправку. Это капец, ребят, вообще. Ну и дороги там сами все увидите, видео. А теперь точно пока.